Всем доброе утро. Всем привет. У нас с сыном произошел небольшой нежданчик и обломчик, потому что мы сегодня договорились с тренером по айкидо. Иди ближе, чтобы тебя тоже было видно. Я хочу там подняться. Ладно. Договорились с тренером по айкидо на утренние часы занятий. Нас это очень устраивало. В итоге мы пришли, 15 минут там посидели. И оказалось, что мы друг друга неправильно поняли. Утренние часы тренировки проходят в одном месте, в другом краю города. А мы на совершенно другой край города пришли. Короче, у нас был облом, потому что мы с 7 утра на ногах, в полной боевой такой готовности заниматься и спортивно укрепляться. Ну и теперь решили не тратить утренние часы, прохладу, красоту утреннего города, и решили погулять. И поскольку мы идем через парки, я решила поснимать. В последнем моем влоге некоторые зрители жаловались, что у меня камера не протертая, но дело в том, что у меня телефон уже приказывает долго жить. Не фронтальная, а обычная камера, объектив у нее уже настолько исцарапан, что чем бы я его ни чистила, конечно, он изображение искажает. Слава богу, фронтальная камера еще нормально работает. Ну, фронтальная, то есть то, что мы видим себя. Фронт. Вот. Так что... Или мне придется всегда в сумке носить свою видеокамеру, что не совсем удобно. Вот. Или копить на новый телефон. Ну, в данный момент, конечно, мне это финансово не очень выгодно. Вот у нас за спиной церковь Григория Просветителя. Григорий Собор в ячейке Рети. Будьте здоровы, кстати. В общем, короче, у нас планы на лето вот такие. В основном активный спорт 3 раза в неделю. У меня ученики частные, иногда бывают переводы. Надо бы в это обратно в это в колею вливаться в плане влогов. Хватит уже мне тунеядничать, да. Тунеядствовать. Да. Вот. Что у нас? Какие у нас еще мысли и планы? Вроде никаких. На днях, ну, может быть, уже не на этой неделе, на следующей, скорее всего, я пошла в нашу школу, поинтересовалась, какие документы необходимо. Руб, давай ты иди отсюда, у меня рука устала. Я как-то без селфи-палки неподготовленная. Узнала, какие документы надо из новой школы, надо в нашу школу документы принести. И одним словом, мне кажется, что за неделю уже его переведут. Там секретарша наша в школе спросила: «Ой, а почему вы уходите от нас?» Но я решила не выливать на них уши от грязи и не говорить, что это вообще не школа, а бардак настоящий. Ага. Я сказала, что, вы знаете, мне немножко неудобно в плане транспорта, а там школа 5 минут пешком от дома. В общем, короче, да, так придумала. Она мне еще и училка сама нарезала. В общем, одним словом, мы избавляемся от этой школы просто как от ярма на шее. И от школы, и от класса, и от всего, в общем, короче. Это я не школа, а ужас. Сжег. А он бы эту школу сжег. Юный пиротехник. Ой, господи. Ну-ка, покажись, какой ты у нас спортивный, моднявый. Ах, пошел. Ой, как. Я надеюсь, что я то, что сейчас снимаю, не сотру потом. Потому что я в тот день снимала влог и очень успешно его стерла. Вместо того, чтобы сделать копи-пейст, я сделала кат. У меня потом что-то там не так пошло, и, короче, он кат остался навсегда. Наша любимая мельница. Смотрите, поснимаем вам красоту. Только гляньте, как здесь все оформлено шикарно. Подожди.
Ой, тут как здорово, какие цветы шикарные вообще. Ну, у нас сейчас, который час? 10 утра. Еще только-только все просыпается, еще фонтан даже не включен. Сейчас я попытаюсь. Здорово. Пошли. Давай. О, художник сидит. Мне вот ужасно нравится вот эта вот дизайнерская идея. Это похоже на Гарри Поттер. В клетке горшочки с цветами. Вообще шикарно. Это маляр, похоже на Гарри Поттер. Не маляр, это художник, ты чего? Так и говорю. Это моря. Не, вот реально, вот сколько я здесь снимаю, я как попугай не устану повторять, фу, какая красота, что и туристы, и жители города, без разницы, такое колоритное место, что не обязательно быть туристом, чтобы насладиться. Кухня шикарная, цены более чем демократичные. Видите, какая арка из бочек. Тут хлеб пекут просто запредельной вкусноты. Что? Про рубрику новую. Да, Рубошка хочет, да, чтобы я это играла в известные игры. Руб, ну-ка давай на секунду вот так пройдем. Как Майнкрафт. Да, игры типа Майнкрафта. Кубинский мир такой надо вызывать. Да, Майнкрафт знают все, солнце мое. Ой, слушай, в прошлом году здесь такого вот зеленого прохода не было. Слушай, ну когда... Ой, какая мельница. Фу, говорю, мельница. Фу, колодец. Да, это самое. Как его, что я хотела сказать. Да, он хочет, чтобы я... Такая популярная рубрика есть. Мамы играют в известные игры. Она мамы будет играть в Майнкрафт, но... Геймеров! Но я тоже буду потом играть, это другая будет отдельная рубрика, где я буду играть. Да, мы добрались до того возраста, когда мы играем в игры и показываем это на YouTube. На YouTube. Вот. На YouTube. Я не знаю, почему у меня аллергия от слова YouTube, потому я что он YouTube. Тюби. Tube. Ой, какая прелесть. Какой мы красивый зеленый уголок нашли и потрясающие какие-то цветы. Кто в курсе, это кто? И очень красивый. И остатки было роскоши от ромашек. А еще, а вон там еще и желтенькие такие же есть. Красиво очень. А еще вот здесь такую лужайку сделали. Ну, тоже такие деревья красивые. Мам, сейчас мы куда идем? Как арка? Мы идем по направлению к дому, просто через парки. Ура, домой. Пошли. Порадуемся зеленой травке, пока не настал июль месяц, и все это не сжег. Благополучно. Мое любимое место. Такой укромный уголочек. Слава богу, никем не оприходованный. Очень уютное местечко. А такое. Я забыла, что тут муравьи оттащили. Да. Помню. Мы сейчас рядом. Это мы по соседству с нашим университетом.